Кушайте. Лёш, на плюс 500 силы, кушай. Рон, ты заходишь или ты там где? Я говорю, ключ какой? Ключ дверь. Это, да, надо поменять. Вера, ты что не предусмотрела? Меняй давай, сложность. Мы выходим. Нужно подойти. Сначала нужно выходить. Мне нужна цель. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Ваши души утонут в пучине. Хельхейма! Не достаю. Далеко. Еще одна капля! У меня нет цели. В океане душ! Нужно подойти к вам. Не достаю. Слишком далеко. Он говорит некротически. На нет, так налаживается. И он сейчас 35 тысяч каждую секунду наносит. Мало, не мало. Нужно больше мало. Ничего себе. 50 тысяч каждую секунду. Угу, все. Там большие пачки агрить нельзя. Я не вынесу дуба. Да я не сейчас вас выдержу. Я сразу пробую. Знаете холод смерти, стены подземного мира служат мне! Гера, где была Гера сразу? Ну дала. Серьезно, ты что, Геру в банк консервируешь, что ли?
или тебе это, если ты герой используешь, ты деньги с кошелька сунь. Слишком далеко. Из указания ты можешь по это. Гера дается сначала подземки и в конце подземки, на первого босса и на ласте. Больше в Геру нет смысла давать. А косты тоже ничего сбивать не умеют. Я соспоражаюсь, ребят. Ну когда ж вы уже научитесь, а? Когда моб идет в клиф, от него надо уходить как можно дальше, иначе пробьет огромную ОЕ урон по пати. Стоим, за угол все зайдите. Короче, я понял, в плане не умеем пользоваться до сих пор. Там вызывает свою АОЕ урон, заходите за стенку с обратной стороны, по вам не проходит урон. Такой же самый макаром. Когда он кидает АОЕ урон, перебегаете за стенку. Вот, она вас не трогает. Тебе. Я спину отвернул. Нормально, видишь. Со спины заходите только. Не достаю, слишком далеко. У меня нет цели. Мобы кидают в страх, так что не забывайте их контролить. В смысле косты сбивать. Сейчас активно играйте по адам. Не будем играть по адам, сдохнем. Запах крови сводит духов с ума. Только ады появились, а сразу их сливаем. Новые души. Нужно подойти. Я отвезу вас в глубины Хельхейма, но вам придется заплатить.
Ады, а, пошел. Не хотите платить мне? Заплатите духом. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Встань, прислужник! Собери нашу плату! Не хотите платить мне? Заплатите духом! Плоть сковывает душу! Я помогу тебе освободиться от ее гнета! Ады, ады, пошли! Восстань, прислужник! Собери нашу плату! Келья заставит вас заплатить. Вам не уйти от судьбы. На Нагаль, пари, чужаки! Смерть портовым крысам! Слишком далеко. Далеко. Только сам играет, избивать чисты. Уходите от него. Уходите подальше от его момба. Клифф пошел, мы не бежим за ним, а бежим от него. Нужно подойти. Нет добычи, нет получки. Защитите Клиффа. Остановите этих приумных крыс! Убивайте ему другу усмешку, а то пройдет, а у него урон болеющий по пати. Все на палубу! Меня нет в цели. Грабьте! Убивайте! Никого не щадите! Не достаю, слишком далеко. Грабьте! Убивайте! Слишком это далеко. Мой последний рейд! Нужно подойти поближе. И бейте, прыгайте вниз. Мне нужна цель. Вы пожалеете о том, что пришли в мой мир!
Вы далеко зашли, достаю, но далеко. Теперь вас ждет смерть! Вы за это заплатите! Ливень возмездия! Я теряю терпение! Примите свою участь! У меня нет цели! Это невозможно! Вера, выйди из лужи. Пиздец, Вера. Как так можно? Ну, видела лужа, что я в лужу стою. Ты стоишь в луже и хилишь, понимаешь? Стоишь в луже. Ну, видела лужа, тут была стеночка. Ну, как не видно, не могу понять. И еще один, а, красавчик. Леш, не в ту сторону. А, побежал. Не шевелись! Не добили? Не добили. Это железо 910 надо кому? Нет. Не, сейчас посмотрим. Нет, не 915. Так, про мой 11-й ключ можно забыть. У меня. Это он Роби писал. Одиннадцатый в престол Триумвирата. Туда мы не пойдем. Какие там ключи у нас еще остались? Восьмой Триумвирата. Восьмой ладья.